приехал на наркозаработки. В Волгограде оперативники задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в торговле синтетическими наркотиками, так называемыми солями. При досмотре у него был изъят сверток с таким веществом. Как выяснилось, мужчина приехал в Волгоград из города Кемерово и еще осенью прошлого года с целью сбыта наркотиков и проживал в центральном районе города Волгограда на съемной квартире. При досмотре по месту жительства было изъято около 3 килограммов синтетических солей. Данного объема наркотических средств хватило бы на изготовление сотни тысяч наркодоз. Кроме того, наркополицейские обнаружили еще 4 пакета с солями, спрятанные в шкафу, а также электронные весы, предназначенные для фасовки наркотика. По факту приготовления к сбыту наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.